Россия вновь лишила российскую делегацию права голоса до апреля. Соответствующая резолюция была принята на заседании парламентской ассамблеи в Страсбурге. Вопрос был вынесен на всеобщее голосование. Перед этим заседала комиссия, где развернулась настоящая дипломатическая баталия. Решение было принято с перевесом всего лишь в один голос. За высказались 35 человек, против 34. И уже стало известно, что российские представители приняли решение покинуть ассамблею. Мы покидаем парламентскую ассамблею до конца этого года. Мы поздравляем парламентскую ассамблею с принятием, на мой взгляд, неадекватного решения, которое наносит очень серьезный удар по общеевропейскому межпарламентскому диалогу, который фактически выводит парламентскую ассамблею на обочину этого диалога, поскольку отсутствие российской делегации превращает дебаты парламентской ассамблеи по любым вопросам, так или иначе связанным с Россией, в достаточно пустое упражнение.